Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас распаковка заказа из интернет-магазина «Любимый Василек». Вот такой вот большой пакетик, много интересного. Оставайтесь со мной до конца. Внутри такого пакетика находится еще вот такой. Все аккуратненько сложено. Сейчас будем с вами распаковывать и смотреть по порядку. Нашла сразу накладную, буду ориентировать вас по ценам. И первое, что покажу, это вот такое одеяло «Бамбуковая роща». Размер у меня 172 на 205, всесезонное, гипоаллергенное и довольно бюджетное. Так, по цене одеяло 818 рублей. То есть это получается двухспальное одеяло. У нас сейчас спальных мест много, одеял мало. Наше одно огромное и детское, а нам уже нужно побольше. Сейчас распакуем с вами, посмотрим. Ой, оно очень легкое, могу сказать сразу, что здорово. Оно очень легкое. Оно практически невесомое, воздушное. Вот так вот выглядит. Хорошо, кстати, очень прострочно. Прям такое классненькое. И везде написано «хорошо». Вот такая вот расцветочка. Простегана, да, прошита. И по толщине, ну вот, смотрите сами, какое. Не сильно тонкое, не сильно толстое. Хорошенькое такое одеяльце. У меня таких комплектиков с Василька как раз много. Вот, осталось, да, поэтому... Как раз заказывала одеяло специально вот такого вот размера. Следующий лот у нас с вами подушка. Подушка декоративная. У меня уже такие в обзоре были. Стоит она 324 рубля. Декоративная подушка «Зайка в платьице». Я взяла еще одну в запас, потому что сейчас будем Крестюшке кровать раздвигать. Она круглая у нас, а будет овальная. Она раздвигается, да? И вот этими подушками, возможно, буду делать бортики. Ну, то есть они у меня сделаны, уже есть. И будет не хватать, наверное, на овальную мне кровать. Единственное, что нам не очень подходит... Это обратная серая сторона, потому что все те подушки, они были выполнены в дизайне белая сторона с узором золотым, коричневым таким. Здесь серая. Но это ладно, не суть, важно. Главное, что вот это. Подушки хорошо наполнены, они мягенькие, они красивые, симпатичные. У меня Крестюшка, кстати, любит смотреть на этих зайчиков. Чехол съемный на молнии. И вот она внутри, как бы подушка хлопковым, еще чехольчики. Поэтому к ним никаких нареканий нет. Я пришила завязки. Вот здесь по бокам. И как бортики привязывала, очень симпатичненько, мягенько, здорово. Так, следующий лот. Это женские термоноски. Заказала махровые, длинные. Размер у нас здесь 37-41, потому что холодно. И стоит этот набор 204 рубля за 3 пары, девчонки. Сейчас распакуем, посмотрим. Тут снежинки нарисованы. Они все разного цвета. И в разном дизайне, я так понимаю. И дизайн один, цвет разный. Одни черные со снежинками, другие синие и другие вот такие вот фиолетовые. Носочки видно тепленькие, они должны быть еще длинные. Так написано. С леггинсами можно одевать, гулять. Вот такая вот у них длина. И внутри, да, действительно начес. Начес. Теплые носочки, здорово, отлично, хорошо. Чтобы ножки наши зимой не мерзли. Васильке самая бюджетная цена на носки. Я дешевле нигде не встречала. А качество замечательное. Следующее. Это у нас шорты мужские. Я взяла мужу гонять по дому. 125 рублей. Так, размер 54, хлопок 100%. Обычные черные шорты на смену гонять по дому. Дома тепло, жарко. В шортах самое оно. Темно-синие они. Да, вот такие темно-синие шортики. Вот даже есть принт. Длина у них, ну, практически до колена, наверное. Но мне так ниже колена даже. Ему до колена будет. Кармашки есть. Классненькие такие шортики. Резинка, кстати, не пришита. Резинка вот так внутри просто продета. А так все отлично, хорошечно. Со швами. Все замечательно. Вот такие вот шортики. Следующая, дочь, красивое покрывало. 1039 его цена. Это покрывало плюш велюр. Лав весна. Производитель. Так, размеры, девчонки, размеры. 180 на 200. И оно вот такого красивого цвета. Потому что у нас эта квартира, она вся вот в таких вот теплых бежевых тонах. Но одеяло, оно, скорее всего, холодное бежевое, да? Но красиво все равно подходит. И такого нет, я еще не брала. У меня много покрывал есть, ну, немного, несколько покрывал из Василька. И именно такое я еще не брала. Сейчас распечатаем, с вами посмотрим. Все, что брала, покрывала Васильке, все прекрасно, идеально стираются в машинке, ничего с ним не случается, и они до сих пор как новые уже не первый год. Вот такое вот красивое покрывало.
на какой-нибудь диванчик мы его приспособим в зал, да, Катян? Чтобы было красиво, чтобы все по фэншую подходило, да? Стараемся как-то обуютиться, пока ремонт не сделаем, чтобы было все уютненько и хорошо. Оно такое легенькое, не скажу сказать. Вот самые тяжелые, это у меня, которые вот такие с продольными полосками, там они разных цветов есть на сайте, которые у меня темно-коричневые в прошлой квартире лежали, вы видели наверняка. То они тяжелые, но и то. Они прекрасно стираются в машинке. Это легкое. Это легкое, очень легкое, такое практически невесомое, да, очень мягенькое, да, как вот это вот у нас голубенькое, да. Это изнаночная сторона. Ну, классно. Постелю, обязательно вам во влогах буду показывать видео про то, как украшаем квартиру, обязательно тоже покажу. Следующий продукт – это пижама. Пижама для меня, 672 рубля. Она мне безумно понравилась по рисунку, по цвету, мятный, классный. Я взяла в размере 56, хлопок 100%. Хотя уже 54 себе беру размер, но пижама, она все-таки должна быть свободная, да? Чтобы нам было комфортно спать, гонять по дому и так далее. Очень классный орнамент, девчонки, вообще просто потрясающий. Это футболка. Вот такая вот прикольная. Он такой, знаете, как прорезиненный набит. Вообще прикол, да? Что тут написано, интересно? Сейчас с вами отдерем этикеточку. Wake up. Ага, подъем. Подъем. Так, все померю, покажу. И вот такие вот штанишки. Этикетка пристала. И вот такие вот штанишки тоже с барашками. Ой, они внизу с манжетой. Вот люблю такие штаны с манжетами. Не просто прямые, а с манжетами. Прям обожаю, девчонки. Резиночка пристрочена. Штанишки легкие, хлопковые, так, без кармашков, да. Такая вот прелесть. Все померю, покажу. И в конце самое интересное, даже Ксюша сидит и не знает, что там такое, потому что я ей сказала, что там сюрпризик. Вот в такой вот коробочке. Стоит эта штука 1514. Смотрите, как классно. Какая коробочка. Это паспорт того, что находится внутри. Но я сейчас сначала распакую, это Ксюша догадается. Вот такой вот бантик. Смотрите на презент. Еще успеваете к Новому году получить заказ от Василька, если вы не сильно далеко живете от Иваново. Да? Этикеточка. Мило. Я, кстати, сама не ожидала, что все так вот красиво придет. Потому что на сайте фото коробочки нет. Вот теперь как распечатать. Потому что здесь нет ленточки, за которую можно дернуть. А вот за бантики. Так, бантики распечатали. Алле-оп! И что там у нас внутри? Васик! Вот такой вот котик. Я давно на них смотрю и говорила вам уже много раз, что в Васильке есть потрясающие коты. Игрушки. Выполненные, не знаю, да. Это ты знаешь даже? Ты откуда знаешь? Так, тут написано. Сейчас скажу. Басик, да. Басики. Басики. Их называют басики. Ксюша даже знает, их называют басики. Да, они не бюджетные. Девчонки, но это что-то. Это просто что-то. Они в разных дизайнах есть, в разной одежде. Я выбрала именно такой. Тут написано паспорт басик. Умная, крупная, нос маленький, голова. Глаза круглые, медовые, уши висячие, широко поставленные. Тело компактное, на коротких ножках. Хвост короткий, без дефектов. Шерсть короткая, густая, плюшевая. Кондиция выставочная. Дополнение. Дополнение вообще потрясающее. Это на подарок. Радость, хлопоты, аллергия, линька. Это дополнение к коту. Радость есть, хлопот нет, аллергии нет, линьки нет. Ну, то есть, если у вас у ребенка аллергия на котика настоящего, можно купить такого басика. Сохранность дивана, штор, кожаного пальто, да. Стирка в стиральной машине, да. То есть, можно стирать в стиральной машине. Как здорово. Так, басик у нас тут еще прикреплен. Слушайте, сейчас я заморочусь, открреплю. Сказала, шапка просто восторг. Шапка прикреплена. И слава богу, ее не надо открреплять, да? Ну, можно, конечно, открепить, но у нас ее крестюшка куда-нибудь тогда заденет сразу. И она не будет держаться так. Нет, пусть она будет пришита. Такой помпон на шапочке. А, качественная, девчонки, игрушка. У него? Что у него, угадай? Мягкая попка. Не то, что мягкая, с шариком. У нас просто есть такие игрушки. Они, кстати, не бюджетные, да, я помню. У нас Фёрбик, еще кто-то, да, зайчик, у которых вот попка с шариками. То есть такие крупные шарики, как антистресс-игрушки, да. Вот у него такая попочка. Вот такой у нас моряк. На нашего Максика похож? Где он, кстати? Да, похож. Да, на нашего Максика похож. Смотрите, какой он мягенький весь. Я вам сейчас поближе покажу. Усики, глазки. Ну, просто прелестен. Так, его можно раздеть. Да, эта кофточка, она не пришита, ничего, его можно раздеть. На пузе у нас этикетка. Ее, в принципе, тоже можно... А, нет, она прям такая пришита. Думала, тоже можно убрать. Басик and Co. and команда. Ксюша говорит, в ТикТоке видела таких басиков разных размеров.
Вот еще этикеточка. Такой вот хвостик. Ну, классный. Действительно классный. Девчонки, на подарок. Мне кажется, ребенок будет счастлив, потому что игрушка действительно качественная. Лапочки. И такой вот он милашный. И шарики эти. Да, они в одном месте. Они вот здесь внизу, в одном месте шарики. И внизу лапки смешные. Мягенький. Вот он котик. Показываю вам, как поближе выглядит, как он сделан. Какой он классненький. Ксюша его уже раздела. Ей интересно, невозможно. Вот такой вот здоровский. Сзади выполнен изумительно, хочу сказать вам. Это не зря потраченные деньги. Это такая вот действительно качественная игрушка. Весь остальной ширпотреб можно из дома выкинуть. Оставить вот такие вот красивые, качественные игрушечки. Да? Шапочка только подворот котенка не убрала, видно. Вот так. Вот такой вот он у нас красавчик. Или красавица. Девчонки, я одела пижамку. Свободненько, хорошо, здорово все. И футболочка такая длинная. Я люблю, конечно, кармашки. Кармашков не хватает, но тем не менее. Классная. Все как бы есть запасик, все свободненько, все здорово, симпатичная такая мятная. Сейчас пониже вас еще опущу, покажу вам в полный рост. Не обращайте внимания. Вот такие вот штанишки. На самом деле очень люблю, когда внизу есть манжета, или резинка, или манжета. А вот прямые прям совсем не люблю, поэтому с пижамой прям вообще угодили, здорово. На этом все, мои хорошие. Надеюсь, заказ вам понравился, был интересен. Все ссылочки, особенно на Инстаграм Василек, оставлю под видео, потому что там всегда выходят новинки. У них сейчас такие плюшевые вышли костюмы. И плюшевые толстовки, пледы и сумки. Девчонки, это просто огнище, я обязательно скажу. Ссылки на каждый продукт тоже будут под видео. И также на сайт «Любимый Василек». Вы у меня часто в комментариях спрашиваете, как заказать. И то, что вам не отвечают несколько дней, не пугайтесь. Василек – это уже обширный бренд. У него очень много заказов. В течение 2-3 дней они обязательно отвечают всем. Когда вы оплачиваете, через 2-3 дня вам посылку высылают. То есть у меня обычно это все занимает в районе 5 рабочих дней. Если вы попали на выходные, если вы попали на праздники, не пугайтесь. Вам обязательно напишут, с вами обязательно свяжутся, и ваш заказ обязательно приедет. Но не было таких косяков еще у Василька. Так что все полезные ссылки под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.